Доброго времени суток, дорогие друзья, зрители, подписчики. Сегодня мы поедем в деревню Яуладович. Брать отшищиц, это находится буквально километр, несколько до маршруток, автобусов, до трассы, до инфраструктуры. Здрасте, вас как величать? Меня Алла. Алла, меня Олег. Покажете нам домик, да? В Яуладовиче деревня, вот здесь что в деревне есть? Магазина, наверное, нет уже, да? Нет. Ну, шищицы. Вообще ничего нет. А шищицы километры, да? Да. Два километра. Два километра и не мог. То есть тихо, спокойно. Да, приезжаем. Гравейка под деревня. Деревня длинная, да, нет? Да, вон туда еще трошки. А еще там речка, озеро, достопримечательность. Шищицы. Все в шищице. Да. То есть гравеечный подъезд тут сюда, до деревни полностью. Хорошая дорога. Трактора. Но все равно тут грейзер каждый раз подбираю. Все. А зимой как чистят? Зимой чистят, тоже чистят трактор. Дорогу постоянно, потому что тут же на работу ездят люди. Отсюда, да? Лена, например, в Шищице ездит, в столовую работает. Да, с Леной. А Максим, например, в Камень ездит. Да. То есть обязательно отчитываться, кто куда ездит. Да. Ездит уже. Понятно. Так, а что здесь с водой в этом доме? Колодец есть, да? Да, колодец. То есть, если от дома брать, то колодец находится через дом, воду оттуда. Либо придется бить скважину. Ну, это уже купил, нету у того человека, Сергея? Не, нет, в следующий раз приедет. Вы хотели увидеть Сергея? Ну, это мама ж моя ему продала. Мама ваша, да? Фундамент немного есть, как мы видим. Ну, хата тут, она так теплая, хорошая. Но вложить просто... везде надо вложить. Здесь, конечно... Здрасте, здрасте. Заходите, что вы стесняетесь? Ну, это сосед. Чего? Попадете, может, кто привет передаст. Крыша, шифер. Да. Ну, это получается вот это вот основная дом, где окна идут. Основная, а вот здесь уже пристройка, веранда, это как мы называем, это трехстенники. А дом сам теплый у него. Трехстенники. Участок земли 25 соток, я думаю, да? Нет, там у него все 40, наверное. Это же все ихнее вон, до конца, просто что запущенное. До конца колхозного поля это все было сажено. То есть 25 по документам, плюс еще сколько, если сади не хочу, да? Да, сади не хочу. Только сади, а сади не хочу. Вот это все их территория. Это туалет, наверное, был. Да. Двери, хозпостроек нету. Да. И получается, участок идет, наверное, до того дома, да? Вот это все его, да. На участке что тут? Яблони пару штук есть. О, малина, вот груша, там. Яблони, малина. Малая, неплохая. Если малина, неплохая, значит, соседи ходят. Не, ну он сам, это ж наш же друг был. Да? На 45 лет. 45 лет. Прошло это шаш уже. 45 лет парень умер. Ну, гряды, я еще скажу, не запущены, еще земля такая. Ну, не запущены. Он же садил, он вот год будет как умер, 14 числа будет год как умер. То есть оно еще, да, еще не запущено. Да, да, не запущено, да. Огородик, ну, там понятно. Ну, постоянно дождите. Не дачник, а постоянный нет, был, да, даже. Нет, нет. Ну что, открывайте, пойдем. Ну, дачник, он был постоянно. Свет есть же, да? Да, свет есть. Так, здесь сразу, если зайти в этот общий дом, ну, mm-hmm. Печка русская. Народная. Народная. Народная печка с подприпечком даже с каким-то. Да, да. Я такой первый раз вижу обрезанное такое еще. Да. Ну да, побелить, покрасить, конечно, да. Косметику никто отменял. Маленькая печь стоит. Все рабочее, да. У него очень тепло было в этой этот этой. Дом был очень теплый, да? Да, вот это был очень теплый. Сашка натопить вообще. Теплота и долго держалась. Здесь тара. Дом добротный. Просто вот, вот эта вот веранда, конечно, она не очень-то. Ну, ее в порядок привести веранду. Да, да, конечно. У нас в кухне тоже не особо было. Полы. Ой, полы имеются. Балки в доме выносные, это под интерьер, кто любит, под старинку, то есть. У меня такие тоже в моем доме были, как я купляла. Ну да. Так, тоже красиво было. Так, здесь, где печка стоит, здесь как бы кухня, можно сказать. Да. Деревянные окна, ну и здесь веранда. Веранда, плюс еще кладовка вот здесь, да, вот есть. Да, там очень маленькая некая кладовочка. Здесь вот здесь кладовка, да, есть тоже здесь. Ведровы, да. Балка выносная, ну там маленькая кладовочка, да, такая. Да, там все нужно, конечно, вычищать, выносить, да, все. Газовый баллон с плиткой есть. Газовый баллон, да.
чердак, крыша дранка, шифер. Ну, просветов таких особо нету. Крыша, я так понимаю, не течет. Нигде потеков нету. Она особо нормальная. Ну, комин, если печка рабочая, говорят, то рабочая. Она рабочая, сука. Окна, дерево, фундамент есть, повторяю. Да. Немного, но есть. Да. Ну, здесь спереди так вот. Вот это граница с соседями здесь, с этого участка. Здесь дачники, наверное, тоже, да? Ну, то здесь она... Отец умер и... Постоянно, то есть. И все, так участок довольно широкий сам по себе. Не, даже спереди, если гараж поставить, сарай какой-то. Вот такой большой участок, он широкий получается. Довольно широкий. Все, как говорится, спасибо этому дому, поедем к другому. Добрый день. Вот в ту деревню получается Евладович, а в эту деревню Шищицы мини-рынок. И здесь как бы торговля есть. Сейчас мы пройдем, посмотрим цены какие. Здравствуйте, а почем сало? По 20 сало. По 20 рублей, да? Да. Это свежее этого года? Ну да. Батька засмеялся. Не, я думаю, может, прошлогоднее засолили, да еще да продают, не? Что? Не. Прошлогоднее было желтое. Желтое, желтое дороже, наверное, да? Елкое. Елкое? Оно дороже желтое или дешевле? А не желтая пресса. Желтое, желтое. Помидорки, капуста. Интересно, в какую капусту цену? Сейчас же самая закваска идет. 20 копеек. 20 копеек. Вот видите, дачники, приезжайте. Да, помидоры по рублю. Помидоры по рублю, так что да. Заезжайте в Шищицы. Да, да, да. Молодец. Венички. Но это венички не в баню, я так понимаю, нет? Что у нас еще есть? Клюквы насобирали. Орехи, яблочки. Все есть. Дубовые венички. И самый дефицит – это щука у нас здесь. Что, дорогие друзья, не забывайте писать комментарии под видео, это как бы ставить лайки. По вашим комментариям мы больше делаем видеообзоров. Эта развязка вот идет на Минск в ту сторону, и Влада еще там 1.5-2 километра, там люди торгуют, здесь гандлевый центр, то есть стояночка. Шищицы довольно большая перспективная деревня, ну а и Влада еще больше уже как бы для дачников. Так что всем спасибо, всем хорошего настроения, не забывайте писать комментарии, ставить лайки. Ну все, мы поедем дальше искать вам дешевую деревенскую недвижимость, чтобы вы побыстрее купили, перебрались с квартир хотя бы на лето, почувствовали, что такое действительно белорусская деревня, настоящая деревня. Так что всего хорошего, всем благ, здоровья, тепла и любви. До скорых встреч, до свидания.